Подождите, так надо этот, надо кучу. Я уже снимаю, девочки. Привет! Мы стали официантами, мы решили. Да. А мне не хватило шапки. Этой карьере. Но они сразу заметили, что Маша Лена лидер. Рангом ниже. Ну вот Маша лидер, поэтому ей да. Ты снимаешь? Да, уже снимаю. Уже снимаешь, да? Итак, продолжение. Мы ну так вот, мы пытаемся еще раз. Изменилось, да. Нет, что-то Лена... изменилось. Смотрите, у меня теперь есть сахар. У меня специальная роль, я раздаю сахар. У меня сама лжа. Это я сломала, да. Но посмотрите, что хочешь еще сказать. Маши. А мы так сидим вот. В шаре большом. Вот на самом деле тут очень клево, мы обязательно должны сюда прийти. Лена покрасилась, стала белой, крашеной белой. Да, а еще я очень громко ору, на меня, мне кажется, все смотрят, что я громко пью себя в шаре. Да, но это ничего. А здесь очень клевый вид. А давайте я сниму Егора. Короче, я сейчас сниму Егора. А смотри, ну вот, ну смотрите, вместе, вот это вот видно Новосибирск, вот Даша, это вот не важно. Хорошо, да, Даша, они думают, что нет, я снимаю. Даша, смотри, мы то, что хотели здесь. О, не вытягивай, давай вытянуть. Подождите, Катя. Надо что-то Кате. Катя, привет. Катя, да. Не орите, пожалуйста, громко. Я даже не знаю, что сказать. Катя, ой, тут бог. Катя, что ты не приехала-то, я не поняла. Ты же говорила, что ты не успеешь, чуть не получилось. Вообще как-то вот плохо все. Ну вот, на что мы встретим, мы решили, что в следующий раз мы встречаемся вдвоем. Мне кажется, все меньше и меньше. Да, потом один слегка, что кто-нибудь запишет видео. Прикиньте, там будет тогда 80 лет. Интересно, кто чуть-чуть слышал, чем сказать. Да, мы на самом деле не знаем, что еще сказать. Это Маша крышечка у фотоаппарата. У меня никакого варианта фотоаппарата. В общем, да, мы передаем вам привет. Привет, Маша, по вашей ручкой. Привет! А теперь Егор, а теперь Егор, Егор! Нет, нет, нет! Вот, и мы вам посылаем сувениры в Бразилию, белые специальные сибирские каноры. Пошлем на следующий IC, я обещаю, я передам его своим. Обязательно официантов. Они с логотипом ISIC. Они будут с логотипом, да, они с логотипом ISIC, нужно смотреть под микроскопом. Пошлю через моего MCP, его зовут Марек. Он обязательно пошлет на IC, полазит на следующий IC. Да.